Друзья, привет всем! Еще один работяга сегодня ищет себе владельца. Нож универсал, вашему вниманию. Клинок full tank, выполнен из кованой стали H12MF. Спуски от обуха, небольшая вогнутая линза, нож отличный резачок. Рукоять накладки дерева сапели, аналог этого дерева венгеля падук. То есть очень хорошая износостойкость, к воде относится абсолютно лояльно. Проставки фибра, монтаж на трубках, пропитка рукояти, масло Даниш, темляк из паракорда с бусиной. По размерам общая длина 238, длина клинка 119, ширина 30, 3,3 в обухе. Вот такой красавчик. Удобный, маневренный, достаточно легкий в меру. Отличный работяга. На природу, на охоту. Вот такая вещь. Ножны кожа, погружного типа, теснение. Два подвеса, свободный, жесткий, кому как удобнее. И вот так будет в ножнах сидеть. Пожалуйста.